Літня спека змінила життя майже кожного створіння. Котів зміни в розкладі також торкнулися. Коти, чесно говоря, менше намного страдають, ніж собаки від жари. Тобто вони, може бути, ще більше щадящі к себе відносяться. Більше у них варіантів, вони чаще знаходять укромні місця. В общем-то, дуже часто, да і коти, да і собаки, в общем-то, вибирають там якесь місце під ванною на цей період, де саме влажне, саме прохладне місце, і відлежуються. От, чесно говоря, у котів з тепловими ударами намного реже ситуації відбуваються. Втім, пухнастим все ж таки було тяжко. Если в доме нет кондиционера, тяжело и кошкам, и людям. Спасаемся точно так же, как сами. То есть человеку, когда жарко, он принимает душ. Кошки душ не любят, но обмывать, вот смачивать шерсть, если смачивать шерсть, им легче. Смачиваем, ну тут зависит от характера. Если кот позволяет, его можно махнуть целиком. Но тоже злоупотреблять, и часто купать их нельзя, они этого не любят. А мокрыми влажными руками, так чтобы вот верхний слой шерсти смочить, и при этом еще лучше смочить заднюю поверхность ушка, вот та, которая шерстью покрыта. Но, естественно, следить, чтобы вода в уши не попала. И намочить подушечки лап. Вот самое основное. Окрім того, що у розкладі котиків з'явилися водні процедури, зміни торкнулися і щоденної годівлі. Во время жары кот жалуется в первую очередь на отсутствие аппетита. Ест меньше, аппетит хуже, п'єт більше. Точно так же, как человек. Поэтому обязательно нужно следить за тем, чтобы была в свободном доступе свежая вода. А как правило, животное само регулирует. То есть они действительно снижают количество потребляемой пищи. Хоч котики їли менше, водички потребували багато. Деякі, наприклад, облюбовували душові кабінки, бо там прохолодно. Ищут самые прохладные места. Это те места, где может быть легкое движение воздуха, сквознячок. Это однозначно места на полу, потому что там прохладнее. Под кроватью, в тени, на кафеле, в раковине, в ванне. Вот там, где прохладно. Не все, но многие любят мокрые влажные тряпки. Поэтому вот если вы заметили, что у вас животное с интересом относится к влажным поверхностям, выкрутите хорошо тряпку. Расстелите, если ему там действительно лучше, он придет, ляжет, это его место во время жары. Аби полегшити життя пухнастим, доводиться їх частіше вичісувати. Когда жарко, в принципе, кошки линяют больше. То есть они стараются сбросить шерсть. Поэтому все-таки лучше помогать в этот момент животному, его лучше вычесывать. Ну и опять же, мы всегда, когда намочили волосы, мы их стараемся уложить и высушить феном. Вот после того, как намочили кота, постарайтесь его вычесать, помогите ему. Ну и шерсть удаляется лучше, и шевелится сама шерсть, доступ воздуха, вентиляция. Ну, тоже замечательно. Якщо кіт, намагаючись позбавитися зайвої шорстки, увесь час вилизується, поставте йому травичку. Вона допоможе вивести шорстку зі шлунку. Зачем еще нужно следить? Кошки, они произошли, вот если покопаться в истории, кошки, они произошли от пустынных животных. Поэтому жару они все-таки переносят чуточку легче, чем мы. Несмотря на то, что на них шуба, и несмотря на то, что у них выше, чем у нас, температура тела. Но кошки значительно хуже переносят недостаток воздуха. Поэтому обязательно нужно следить за тем, чтобы в доме был свежий воздух. Если вы уходите на целый день, постарайтесь не закрывать окна. Иначе вы можете вернуться и получить нехорошие последствия. Самая большая опасность – это, естественно, опасность теплового удара и обострение каких-то хронических проблем, которые могут быть особенно у пожилых животных. Що робити при тепловому ударі, ми докладно розповімо у наступних програмах. Втім, найголовніша порада – це звернутися до кваліфікованого ветеринара. Маленька компанія бажає вашим пухнастим не хворіти.